насколько эффективны светодиодные лампы. И я думаю, что вы знаете, что светодиодные лампы могут быть довольно новыми для автомобильной промышленности. Но они уже доказывают, что они являются серьезным конкурентом ксеноновым лампам. Ведь эти лампы невероятно экономичны и преодолевают недостатки большинства других типов ламп. Кроме того, их можно включать и выключать мгновенно, так как нет газов и других сред, которых необходимо охлаждать. Также их преимущество тем, что они компактны и имеют очень долгий срок службы. И я думаю, что вы знаете, что светодиоды не нагреваются. А нагревается микросхема и микро может сильно нагреться и требует радиатора, что делает первоначально покупку светодиодной лампы довольно дорогой. Однако их превосходная энергоэффективность после покупки быстро окупается. Также полупроводники обладают высокой адаптивностью, позволяет точно регулировать фокус и уровень освещения за доли секунды. Хотя в то же время, как светодиодные лампы превосходят ксеноновые, их первоначальная стоимость отталкивает производителей автомобилей, ограничивая эту новую технологию. И только некоторые автопроизводители используют эти лампы в некоторых моделях. Но вы наверняка знаете, что популярность быстро растет, поскольку способ светодиодов использует любую часть светового спектра, делает ее гораздо более безопасней, чем ксеноновые. На что в этом варианте является самым интересным, что светодиодные фары на самом деле не требуют корпуса. А это означает, что у нас могут быть автомобили с гладкими фасадами, похожие на те автомобили, которые имеют выдвижные фары. Тем не менее, поскольку светодиодные фары такие яркие, они должны быть только направленные, чтобы не слепить встречный транспорт. И уже в таких случаях поступают жалобы на то, что некоторые автопроизводители, а именно Honda и Toyota, оснащают свои автомобили фарами, которые многие считают слишком яркими.